Не поддавайтесь на уловки мошенников. К этому призывают руководители МИАСа. В городе выявлена фирма, занимающаяся обманом жителей. В последнее время в администрацию МИАСа поступает много заявлений о предоставлении квартир и участков. Причем все они оформлены у одной чебаркульской фирмы. Однако, как пояснил руководитель администрации города Станислав Третьяков, эти бумаги – деньги на ветер. Они незаконны, и по ним никто жилья горожанам не даст. То есть в настоящее время в Российской Федерации нет положений, которые бы определяли выделение бесплатно земельных участков до 1 гектара, домов, квартир гражданам, которые не входят в нормированные законом правила. Таким образом, люди, обращаясь в организацию, располагающуюся в городе Чебаркуль, и, по моим сведениям, носящие определенные средства за заполнение заявления или пожертвование в этот фонд, всегда будут получать отрицательный ответ, потому что их социальный заказ не имеет правовой основы. Третьяков обращается ко всем жителям МИАСа. Если вам кто-то предлагает заполнить вот такой социальный заказ заявления, то это мошенники. В нашем городе их офис находится в бизнес-доме Спиридонова. Желающим получить жилье или земельный участок можно и нужно обращаться напрямую в администрацию за разъяснениями и с документами. Сейчас администрация обратилась в прокуратуру с просьбой разобраться в этой мошеннической схеме. О том, кто и на каких условиях имеет право на получение участка, можно будет прочитать на сайте администрации в ближайшее время.